принципе, хочу поздравить команду соперника с победой. В принципе, мне кажется, что игра все равно более ничейная была. Не заслужили поражения, но случилось, как случилось. Можно, пожалуйста, небольшой комментарий по нововведениям и в правила, и про молодых футболистов? Что думаете об этом? Я думаю, хорошее нововведение. И правила, быстрее игра будет, плюс. А по молодым развиваться будут. Чем больше молодежь будет играть, тем лучше.